Добрый вечер, дорогие ребята. Сегодня я прочитаю вам сказку Сергея Козлова «Заяц и медвежонок». Летом медвежонок подружился с зайцем. Раньше они тоже были знакомы, но летом друг без друга просто жить не могли. Вот и сегодня заяц чуть свет пришел к медвежонку и сказал: «Послушай, медвежонок, пока я к тебе шел, расцвели все ромашки». «А пока я тебя ждал, — сказал медвежонок, — отцвели одуванчики». «А когда я только проснулся и подумал, что пойду к тебе, — сказал заяц, — поспела земляника». «А я ждал тебя еще раньше, — сказал медвежонок. Когда я проснулся, она только зацветала». «А когда я засыпал, — сказал заяц, — я подумал, что хорошо бы утром пойти в гости к медвежонку. И думал об этом так долго, что пока я думал, выросла роса». «А я вечером, — сказал медвежонок, — набрал ее полный ковшик и пил за твое здоровье». «Я тебя очень люблю, заяц, а я без тебя жить не могу». И они, обнявшись, пошли в лес собирать ромашки и землянику.